Как вы знаете, в Государственной Думе существует рабочая группа по биологической безопасности. И вот как раз этот законопроект, это один из первых законопроектов, который был разработан в рамках этой рабочей группы. У нас сейчас есть концепция по биологической безопасности в нашей стране, есть принятый ряд иных законов, в котором как раз понятие «патогенные биологические объекты» существуют. В данном случае в Уголовном кодексе это понятие не применяется, и с тем, чтобы унифицировать законодательство Российской Федерации, вводится данное понятие. Более того, ужесточается ответственность за нарушение правил безопасности с патологическими объектами, патогенными объектами, и в частности, если лицо, совершившее преступление по неосторожности, и в связи с этим погибли два и более человека, то применяется наказание в виде 5 лет лишения свободы.